«Запусти сердце». Тверь впервые присоединилась к всемирной акции. Медики и волонтеры провели мастер-класс по оказанию первой помощи в случае внезапной остановки сердца. Подробности в нашем следующем сюжете. Оказать помощь при внезапной остановке сердца может каждый. Под таким девизом проходит акция. По всему миру подобное мероприятие проводится ежегодно и призвано научить людей простейшим навыкам сердечно-легочной реанимации. Инициатором проведения «Запусти сердце» стало Министерство здравоохранения Тверской области. Мобильный образовательный пункт расположился на Трехсвязской, где все желающие смогли понаблюдать и лично выполнить сердечно-легочную реанимацию на манекене. До прибытия специалистов, врачей, реаниматологов, зачастую уже медицинская помощь может быть оказана, первая помощь может быть оказана квалифицированно. Как мы будем его спасать? Непрерывный массаж сердца. Руки в замок, друг на друга. Вот. Бита кисти ставится на средние три груди. Это два пальца, приблизительно два пальца от мечевидного отростка. Строго на грудину, ни на ребра, ни справа, ни слева. Строго грудина. Неподалеку от учебного манекена расположился автомобиль скорой реанимационной помощи. Вокруг него собралось большое количество желающих узнать, как устроена машина внутри и какие действия совершают медики, чтобы спасти жизнь человека. Автомобиль оборудован современными аппаратами искусственной вентиляции легких, дефибриллятором. Когда у человека не работает сердце, остановка сердца, запустить сердце, у нас все есть и все на автоматике. То есть мы прикладываем электроды к человеку, сердце не работает, на экране и плюс голосовое. Что делать, как делать, что вводить, все это автоматически. Я говорю, по сути, разобраться, отделение реанимации на колесах. В среднем врачи совершают около 20 выездов для оказания экстренной медицинской помощи. К всемирной акции присоединилась и областная клиническая больница. Там также рассказали о признаках остановки кровообращения и как провести сердечно-легочную реанимацию. Основная проблема, что люди боятся. А там главное, нельзя бояться, а надо начинать действовать. Мастер-классом, который мы подготовили для немедицинских работников в первую очередь, мы хотим популяризовать и привлечь внимание. Планируется, что бесплатный курс «Изучи сердечно-легочную реанимацию, спаси жизнь» в областной клинической больнице станет традиционным. В Твери впервые прошла столь масштабная акция по оказанию медицинской помощи.